Всем привет! Пасека Захара. Очередная трехминутка с пасеки. Сегодня 15 июня. И первая качка меда. Первый раз качаем. Вот я уже нарезал медогонгу, которую вчера показывал, как перепрофилировал ее. 28 рамок. Так, посмотрим, что получится. Поехали. Надеюсь, слышно, как брызжет. Это брызжет золото Алтая. О, вот это мед густой. Аж медогонка останавливается. Да, такой мед. В том году тоже первая качка была очень густой. Придется крутить по 2-3 раза. Но ничего, это мелочи. Главное, что мед есть. А мед у нас вот такой. Вот она рамочка. Как бы лучше, чтобы было видно. Вот она, 100% опечатка. Здесь вот клочок трутни улупляются уже, поэтому меда нет. С этой стороны то же самое, трутни. Вот здесь такую же рамочку я обрезал, чтобы показать, какая красота. Какая красота. Вот он стекает. Видите, как густо. Зрелый мед. Густой. Кладезь витаминов. Природных элементов. Я готов плюнуть тому в морду, кто утверждает, что мед полезнее, не такой полезный, как сахар. Мед — это дары природы. Цветы — природа. Пчелы — тоже природа. Нам подарила пчел. Пожалуйста, из цветка делается такой прекрасный продукт. Я не знаю. А сахар, сколько там химии, неизвестно. Да, попытка номер два. Получается, мед густой между барабаном и стенкой. Получается, как нити, растяжки резины. Поэтому медогонка останавливается самостоятельно. О. Маленько нет баланса. Балбесит. Все, опять. Сейчас зачерпнем метку. Посмотрим, какой на свету. Самому интересно. Вот у нас тут такая стопочка. Идеально прозрачная. В нем будет прекрасно не видно, каким цветом мед. Наш первый мед. Берем пару рамочек в сторонку пока. Чтобы залезть за медом. Смотрите, как тянется. Как жвачка, как резина. Какой он густой. Золото, золото Алтая. Ну, немного непонятно, потому что с воздухом, с пенкой. Как бы лучше показать. На солнышко вынести. Видите, качает мед. Пчелы работают. Шторка открыта. Так вот. Вот видите, что получается. На
Настоящее золото. Ах, капнуло. Настоящее золото. Воздух выйдет. Ну, конечно, при большом объеме налитый в банке, он будет маленько потемней. Но воздух выйдет, будет вообще прекрасный вид. Ну что, ваше здоровье. Кто желает отведать алтайского меда, делай, подписывайтесь, делайте заявки. Будем высылать по всей России. Всего доброго, удачи!